Меня зовут Таговицкий Павел, я преподаватель Новосибирской библейской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов и в прошлом выпускник этой семинарии. Также я несу пасторское служение в небольшой церкви баптистской в городе Бирске. И как пастора церкви, и как преподавателя семинарии, ответственного за подготовку церковных служителей, меня, естественно, беспокоит состояние служения в наших церквях. Меня беспокоит то, что служители церкви далеко не всегда хорошо подготовлены, и одно из проявлений вот дурной подготовленности служителей заключается в том, что слишком распространено в нашей стране то, что когда-то братья Стругацкие назвали куекакерством. Мы кое-как проповедуем, мы кое-как богословствуем, мы кое-как обосновываем свою веру. И пока мы находимся в рамках тесного мирного мирка, когда нас слушают люди, которые расположены к нам, которые хорошо относятся к нашим словам, которые не готовы спорить, может быть, это кое-какерство и не слишком заметно. Но стоит нам попытаться выйти за пределы какого-то уютного, тесного мирка, и тут обнаруживается, что нам иногда нечего сказать, что нам нечего противопоставить серьезным вопросам и серьезным вызовам. Один из способов разобраться с этой проблемой и решить эту проблему – это сопоставить наше богословие с богословием других христианских конфессий, осознать, что мы не единственные верующие, но часть большего христианского мира. Изучение богословия православной церкви – это один из серьезнейших вызовов, который нам необходимо поставить перед собою, потому что на фоне подобного вызова, сравнивая наше богословие, задавая нашему богословию вопросы со стороны православной церкви, мы можем избавляться вот от этого куекакерства. Это нужно для того, чтобы, сравнив свою веру, свое богословие, свои представления с другими взглядами, с другими системами верований, мы смогли бы разобраться, где у нас проблемы, где у нас узкие места, где мы недостаточно хорошо аргументируем и сами недостаточно глубоко понимаем, во что верим. Поэтому, размышляя о православии, размышляя о путях православной церкви, в рамках этого курса мы будем стараться не только понять православие, но и понять самих себя, понять, во что же мы верим на самом деле и как глубоко, последовательно, библейски мы можем изложить и обосновать свою веру.